Внимание! Эксклюзив! Смотреть всем! Развод от Ritter Sport. Супер-мега-гига-терроразвод. Я знаю, что у Ritter длинные руки, они меня найдут и накажут. Возможно, чтобы избежать преследований, придется эмигрировать. Но я обязан придать огласке данную информацию. Это касается каждого. И любой может с этим столкнуться. Купил шоколадку с орехами от Ritter Sport. У нас во всех сетевых магазинах она по распродаже 70 рублей стоит. Вскрываю упаковку. А тут одни орехи. А где шоколад? Это уже получается не шоколад с орехами, а орехи с шоколадом. Не, ну правда, одни орехи. Как можно в одну дольку вместить 5 целых орехов? Что мне теперь делать? Я раньше Каркунова покупал и радовался, а теперь? Как это развидеть? Куда смотрят Роспотребнадзор и антимонопольная комиссия? Люди, так быть не должно. Не, ну продавайте свой шоколад по 300 рублей, тогда хоть понятно будет. Ну не по 70 же. Короче, чтобы это видео не затерялось, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Мы победим. Завтра запускаем флешмоб «Я, мы, где на дом 3D». Постскриптум. Ritter Sport, если вы меня видите, вы просто обязаны компенсировать мне моральный ущерб, как минимум в виде упаковки шоколада, и придать сей факт всеобщей огласке.